Существовать значит быть воспринятым. А значит, познать себя единственно возможно через глаза другого. Природа наших бессмертных жизней заключена в последствиях наших слов и деяний, которые разлетаются волнами, отражаясь в вечности. Да, для них это будет форменным шоком. Приготовь все упреками, будешь как степлером проштопан. Первый удар авторитетным тоном весомым. Детка, очнись, мир не фломастерами нарисован. Не сработало, тут уже станут заводиться. Скажут, ты глуп, как школьник, скажут, идешь на принцип. Дойдет до полного разрыва с твоей личностью лживой. До того, что ты бросаешь всех ради наживы. Расплат не стопроцентный, но лучше будь готов. Хотя ты просто можешь выбрать другую чашу весов. Никому не рассказывать о неудавшейся пробе. Это не дело всей жизни, это невинное хобби. Когда детально взвесишь против и за, решай, кому будешь отказывать. Глядя в глаза или толпе, в которой все от страха без голоса и лица. Или тому, кто хобби эти вкладывает в сердца. Свои 16 ты наивен, как ребенок доверчив, а в тех краях не вывозили пацаны покрепче. Запомни, этот мир жесток, таких там ветер сносит. Будешь копить годами, прогоришь на первом взносе. Остановись, не ступай по хрупкому мосту. Ты станешь биться в эти стены, но все это будет впустую. Исписанные тетради из детства в лету канут, а ты останешься ни с чем, одинок и обманут. Так из меня выбивали веру в свою. Внутренний голос задыхался от пыльных слоев. Против фактов, толпы, выводов и докладов. Мышли всего лишь с ощущением, что так и надо. Внутри заложена звезда, она будет мерцать. Это подарено от рождения тебе рукою Творца. Ты либо движешься туда, где престижно и модно, либо против логики в дебри идешь за путеводной. Божественный.